Приветствую всех на своем канале по вязанию. Сегодня предлагаю связать замечательный узор, который подойдет для вязания теплых изделий, жакетов, жилетов, свитеров, кардиганов. Этот узор напоминает узелки, он объемный, не имеет просветов и подойдет очень хорошо для вязания теплых и зимних вещей. Еще этим узором можно красиво дополнить узор саранами, пустив, допустим, по передней части по центру узор косы или араны, какие-то сложные переплетения, а с двух других краев дополнить этим узором. Мне кажется, этот узор является прекрасной альтернативой узору рис или крупный жемчуг. Раппорт узора составляет 4 петли и 8 рядов в высоту. На спице я набрала 10 петель, это 2 раппорта в длину по 4 петли и 2 кромочные. Первый ряд. Первую снимаем, затем 2 изнаночные. Следующие 2 петли нам надо перекрестить между собой. Для этого, кто вяжет со вспомогательной спицей, первую снимаем, оставляем перед работой. Я же меняю их местами, первую и вторую. Вот так вот. Провязываем обе петли лицевыми. И второй раппорт. 2 изнаночные. И теперь опять меняем местами. Первую снимаем, оставляем перед работой. Провязываем обе петли лицевыми. Последняя кромочная. Второй изнаночный ряд вяжем по рисунку. И здесь у нас получается следующим образом. Первую снимаем, затем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочные. Следующий, третий лицевой ряд вяжем так. Первый снимаем, 2 изнаночные петли. А теперь мы делаем опять перекрещивание, но петли мы меняем по-другому. Мы первую петлю снимаем, оставляем за работой, провязываем обе лицевыми. Опять 2 изнаночные и повторяем. Первую оставляем за работой, провязываем обе петли лицевыми, кромочные, изнаночные. Четвертый изнаночный ряд вяжем опять, как смотрят петли. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, кромочная. Теперь вяжем пятый ряд, вяжем теперь как бы в шахматном порядке. На том месте, где у нас были изнаночные, сейчас будут перекрещенные петли. Мы делаем так. Первую снимаем, оставляем перед работой, провязываем вторую лицевой и со вспомогательной спицы. Ну, кто вяжет на вспомогательных спицах. Затем 2 изнаночные и теперь опять первую перед работой, вторую провязываем изнаночную и следующую изнаночную, и следующую лицевой, и эту лицевой. 2 изнаночные, кромочную. Следующий ряд вяжем, как смотрят петли. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные,
кромочная. Предпоследний ряд. Опять у нас перекрещенные петли здесь будет. Первую снимаем. Теперь вторую снимаем перед работой. Первую за. Провязываем обе лицевыми петлями. 2 изнаночные. И опять вторую перед работой. Первую за работу. И провязываем. 2 изнаночные, кромочная. Последний изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И кромочная. Таким образом мы провязали с вами 2 раппорта в длину и 1 раппорт в высоту. Всем, кому понравился этот узор, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. А также напоминаю, что все схемы и описания по петлям из этого видео вы сможете найти по ссылке в комментариях и в описании под этим видео. Желаю всем успехов, удачи и увидимся с вами в следующих видео.